Cookie sound. Хей, ютубу, хей, ВК, с вами был 3А2, и сегодня с вами продолжаем играть Team Fortress 2. За солдата с вами продолжаем играть, да, мне в комментариях по прошлому видео написали, чтобы я поиграл снова за солдата. И вот, играем сегодня с вами за солдата, я успел, короче говоря, 2 килла сделать. И вот. Как быть, да. Так, здорово. Быстрей! Хорош. Снайпер вообще хорошо работает, слышь. Так, отлично. О, уже 5 есть. Не. Да, не повезло, ладно. Так, погнали. Так, есть кто-нибудь, кого можно это? С помощью которого можно это убыстриться, нет? Нету? Бля, ну ладно. Хорошо. Так, вообще у нас что получается? Так, я 5 мест, мне нужно, короче говоря... Вернее, для 5 места 6 киллов надо сделать. Ну, в принципе, учитывая то, что я играю за солдата, это не будет прям вот сильно бы сложно, чтобы, но... Ну да, как бы. Придется потрудиться, собственно. Быстрей! Хорош. Так, блядь, я последний. В смысле я последний? Не понял. А, блин. Не, вообще, кстати говоря, солдат... солдат, вернее, снайпер прям вообще хорошо работает. Тот, который с луком. Он прям вообще хорошо работает. Так, есть. Ага, я понял, по тебе стрелять даже не буду. Так, ну 7 есть. Так, осталось получается... А, мне всего 4 осталось килла сделать. Ну, с солдата это вот тем более будет вообще не трудно, на самом деле. 4 килла за солдата сделать, это вообще не трудно. Так, поехал. О. А, я здесь появился. Я подумал почему-то, что я появился это. Хрен пойми где. А появился я там же просто это. Просто тупанул чуть. Ага, смотри-ка, теперь, то есть нужно это. Не 4, а 5 сделать киллов. Ну ладно, хорошо. Все равно не так уж и сложно, на самом деле. Есть. Да, бля, ё-моё, чуть-чуть там буквально, совсем чуть-чуть. Ё-моё, они приближаются. Быстрее, ускоряй, ускоряй, кто-нибудь ускорить. Так, отлично, отлично, отлично. Погнали, 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 погнали. Ага. Оба. Кого-то я там грохнул, ну вернее мы там с чуваком где-то там грохнули кого-то. А, подожди. Серьезно, возле меня бегал скаут? Я почему-то его сейчас только что не заметил. Ну, это потому что я это, на него вообще не смотрел. Абсолютно. В эту сторону, где он был. Так. 3 килла мне надо сделать, чтобы быть пятым. Отлично. А чтобы быть четвертым, мне нужно, короче говоря, 6 киллов сделать. Ну, давай, поехали, собственно говоря. Нужно быть четвертым. На по-любому нужно быть четвертым, потому что... За солдата это как бы... Ну, нужно, понимаешь, да? Как бы нужно. Так, пошла отсюда. Так, я не знаю, с чем я сейчас только что с офицера запас стрелял вдаль, но как бы. Почему бы и нет, собственно. Ага, пока. Угу. Ага. Подожди, мне показалось ли только что на моей ракете буквально подлетел. Есть. Фига я вообще тащу за солдата. Я, оказывается, не только за это, за снайпера нормально мне играть, еще и за солдата. Я что-то, ну, если честно, никогда не обращал внимания, что я могу реально хорошо играть за солдата. Ну, серьезно. Я, конечно, знаю, что как бы класс на самом деле, ну, вообще не трудный ни разу. Даже сказал бы легкий. Но все равно, знаешь, как бы нормально так. Не, вот это еще прям вообще хорошо, слышь. Толпани по нему. Бля, чуть не успел. Ну вот, я пятый уже, отлично.
А, все, мы победили, отлично. Ну, короче говоря, я закончил пятым. Ну, не сказал бы, что прям офигенно, но... Ну, как бы да, в принципе, нормально. Ну, подожди, давай, за руки джампим. Бля, хреново получилось, ладно. О. Так, поехали. Опа-на, здорово. Пошло, поехало. Долбани по нему. Да долбани ты по нему, да солдат, блин. Подожди, я его не убил, что ли? Как я его не убил, так что? Так, отлично, все, урока. Нормально, нормально, нормально. Так, я третий. Все. Наконец нормальное место солдата. Все. Отлично. Так, ускорочка меня. Ну это так, во всякий случай. Бля, меня снижают-то, ё-моё. Меня медик, блин, обгоняет. Не очень, на самом деле, хорошо. Так, давай, поехали. Здорово. Ай, чуть-чуть не попал. Ладно, фикси. Сейчас надо было по нему сейчас шмальнуть, кстати говоря, с этого, с офицер запаса. Так, давай, быстрее, быстрее, быстрее. Захватываем, захватываем, захватываем. Нет, нет. Совсем чуть-чуть. Блин, там буквально вот совсем чуть-чуть оставалось. Так, ну я пока что хотя бы четвертый. Ладно, нормально. Это все равно нормально место снайпера. Бегом, 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 бегом. Ах ты, блядь! Я докачу! Не знаю, на что я надеялся. Блин, 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 блинский, блинский. Там что, хэвик, что ли? Ё-мой. Блин, чё ты это пугаешь-то? А ты чё так из-за угла ты выпрыгиваешь? Здорово. Ну так вот. Ну да. У него два хэ... Я мог просто его сейчас офицер запаса чисто так по приколу добить. Ну ладно. Ладушки, ладушки. Так, ускоряйте меня. Оба-на. Че, меня обойти, что ли, решили, или что? Нет? Блин. Чувствую, они сейчас просто не дадут нам, короче, пройти до вагонетки, потому что... А, не, подожди, подожди, там шпион идет, слышь, шпион-то идет. Или мне показалось? Ой, мне показалось, ладно. Так. Делаем подобие рокет-джампа. Потому что я не думаю, что рокет-джампом это можно назвать. Вот, это сейчас хорошо было. Если они, конечно, сейчас не были под убером, то, мне кажется, они там убили. Убились бы. Ну ладно, вернее, умерли бы все. Так, я до сих пор четвертый. Бля, они тут вообще нас прям конкретно зажали, слышь? Прям вообще натурально. Там тем более ты и эти инжи со своими этими турелями, это ж вообще капец. Так, ускорь. Где ты, где ты, где ты? Ускорь, ускорь. Блин. Кстати, неплохо. Прям серьезно неплохо. Братан, 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 братан. Ебать! Так, все отлично, отлично. О, вот это нормально. Но это было недолго, к сожалению. Понимаю. О, блин, пошел ты вон, ты чё такой жесткий? Ней. Так, отлично, отлично, ушел, ушел. Вот это сейчас нормально было, ты видел? Добьем чисто кого-нибудь, а? Не знаю, что делаю. Не, все, это смерть. Это смерть. Я сражался достойно, но это смерть. Все. Ну я четвертый. Это нормально. Да, все, мы срали. Так, давай это. Последний раунд, наверное, сыграем и все. Это, пожалуй, закончу, потому что не хочу прям длинное видео делать. Я это какой раз уже говорю, в какой серии, ну как бы да. С
Серьезно. Ебать! Еще буквально чуть не умер. Так, я понял вас. Куп. А, все, отлично, он умер. Так, я туда, пожалуй, пойду. Потому что мне кажется, что я буду пополезнее как-то. Блин, что ты пугаешь-то, дядя, ё-моё. Пошли вон. Я чуть буквально не почувствовал себя очень плохо. Так, все, давай. Я подключаюсь. Пуш! Фига они их тут, слышь, мочат. Прям вообще. Здорово. Братанчики. Ладно, фиг с вами. Давайте, двигаем. Не, вот это, конечно, мы хороши, слышь. Прям вообще. За раз просто две точки захватили сразу. Так, есть. Пусть не пока что он двигает, я пока что пойду сюда. Это сейчас жестко было. А все, хорош пион. И сюда! Вот так вот. Это был очень сильный шлепок. Вот как этот примерно, настолько же. Отлично. Я третий. Вот, отлично, нормально. Так, погнали. Фигачим. Так, двигаем. Быстрее. Отлично, все. Нормально. Так, вот этого нужно догнать. О, хорош. Отлично, все, я его грохнул. Так, теперь. О, здорово. Привет. Ну да, он меня, конечно, убил, но как бы типа его убили, поэтому, да. Слушай, мне сейчас кажется, что мы просто сейчас захватим все точки, вот прям за раз. Потому что мы уже приближаем, мы буквально уже все у конечной точки. Все, мы победили. Мы буквально уже победили. Смотри, все. Я не понимаю, как настолько быстро мы просто уничтожили их. Я вообще этого не понимаю, но как бы вот. Это было очень быстро, поэтому давай еще один раунд. Так, давай. Че, какой там вообще? Я пятый. В смысле, почему я так снизили? А, мне, в принципе, на 3 килла все же снизили, ладно. Это окей. Ага. Там снайпер. Есть. Давай. Отлично, вот это я сейчас хорошо, конечно, сделал. Здорово! Я почти, кстати говоря, его практически там убил. Ну, то есть мне еще нужно было два раза, конечно, так сделать, но как бы ладно. Так. Четвертый, отлично. Мне нужно сейчас просто... Ага. Понятно. Два килла мне нужно, получается, сделать, чтобы снова быть третьим. Так, не-не, братан. Это мой телепорт. Ага. Я его практически добил. Здорово. Ты чё? А?
Вот так вот. А! Блять, не испугался сейчас. Так, ой, четвертый, кстати говоря. Чувствую, меня сейчас снова обгонят, так что да, так что не буду долго радоваться. И блин. Мне так-то надо 7 килов сделать. Это чувствую проблематично на самом деле, хотя. Ну хотя, знаешь, хотя, в принципе, не думаю. Типа, я же играю за салат, как бы это в разы легче. Так что не думаю, что я прям. Буду прям мучиться при набирании этих 7 килов. Так что это. Сука, хоть ты пугать-то. Фух. Капец, сейчас, конечно, перепугался. Так, ладно, короче. Бля, я что ты слышишь? А вот это уже фиговое место. Вот это уже очень фиговое место. Это уже нужно исправлять срочно. Так, мне, короче говоря, нужно 2 кила сделать, уже будет нормально. Так, телепортируем быстрее. Так, окей. Вот это фигачим шпиона на. А, все, вот мочили уже. А, блин. Приветствую вас. Отлично. Есть. Фига себе. Какого фига этот шпион так быстро набирает киллу? Там что, всем что ли бэкстабы вечно ставят или что? У него буквально только что было сколько там? 27 киллов, а теперь у него уже 33. Блин, я отвлекся сейчас. Кстати говоря, этот инженер, который был вообще еще вот на 7-м месте, так сказать, он уже поднялся даже выше, чем вы сами. Бля, слышь, я сейчас 7-й. Я сейчас 7-й. Вот это уже очень плохо. Это уже очень-очень-очень плохо. Это уже пипец как плохо. Быстрее, 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 быстрее. О, здорово. Да какого фига ты такой... Да ты достал уже, я тебе честное слово, быстрее с него убью, чем буду с этого стрелять. Серьезно, блядь. Это быстрее будет. О, привет. Нет. Я уничтожил? В смысле я не уничтожил, потому что я уничтожил. Ладно. Не 7-й, но это очень плохое место для солдата. Это очень плохое место. Очень плохое. Ну, по моему личному мнению. Нужно сейчас роль. Короче говоря, сколько там нужно? Ё-моё. Чтобы добыть 5-й, мне нужно, короче говоря, 9 киллов сделать. Но это... Это уже будет, на самом деле, проблематично. Ну, если, конечно, страйк не сделаю. В чем я дико сомневаюсь. Да, я дико сомневаюсь, что я какой-нибудь там страйк сделаю, так что да. Ну, в смысле, если на русском выражаться, да я сделаю, так сказать, множественное убийство, если на русском выражаться. Да не, все. Не сделаю, нет. О! Враги наших отцов. Достижение у меня. Ну все, то есть. Короче говоря, я завершил 7-й. Ну, если честно, хреновое место для солдат, так что да. Ну, короче говоря, вот. Вот такое. Вот такая у нас сегодня с вами серия. В принципе, нормальная, правда, вот это вот последнее сейчас какое-то такое себе. Ну, в принципе, нормально, так что да. С вами был GeyPool3A2. Мы с вами играли за солдат. Пишите в комментах, за кого мне поиграть в следующей серии. И да, с вами был GeyPool3A2. И всем пока.